преддверии этого праздника в Сочи прошел ряд мероприятий. Так, например, в Адлере на знаменитой аллее героев юнармейцы возложили цветы, а в 13-й школе состоялась встреча учеников с героем Советского Союза, первым командиром спецподразделения «Альфа» Виталием Бубениным. Не только я выступал, рассказывал, что такое патриотизм, но и школьники подготовили, вы знаете, смонтировали видеофильм, хороший показали, о моей биографии, о моем подвиге. Многие выступления, концерты, песни. И ребята, когда я пришел, они были, как говорится, в теме же. И они не только слушали меня, они слышали меня, слышали то, что я говорю. Эта встреча, уверен Виталий Дмитриевич, не прошла мимо сознания детей, потому что за молодым поколением будущее. Кстати, многие из героев, приглашенных на встречу, принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи, проводят уроки мужества и вместе со школьниками посещают пограничные части. У нас во время советского времени накоплен огромный опыт военно-патриотической работы, опыт передачи и знаний, и опыта подрастающему поколению. И мы сегодня в городе Сочи очень умело этим пользуемся, проводим колоссальное количество разных мероприятий. В ходе встречи вспомнили и о героях труда Кубани, и о тех, кто сегодня служит примером для окружающих, совершая трудовые подвиги, участвует в культурной, духовно-просветительской и благотворительной деятельности. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.